период выборов в Народное собрание Гагаузии были зафиксированы случаи, когда отдельные граждане, проголосовав на избирательном участке, на выходе показывали, за кого они отдали свой голос, что противоречит Конституции Республики Молдова, обеспечивающей тайну голосования. С целью исключения любого давления на граждан при своем волеизъявлении и сохранении тайны голосования, исполком Гагаузии подготовил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. То есть мы предлагаем гражданин, который показывает свой избирательный бюллетень, прежде чем его опустить в урну, он должен быть подвергнут наказанию, чтобы не было этого. После того, как он опустил, вышел за пределы избирательного участка, пожалуйста, ты можешь говорить, за кого ты голосовал. Это твое право. Но голосование, тайну голосования надо обеспечить. Мы не хотели бы, чтобы эти технологии, которые апробировались во время избирательной кампании в Гагаузии, чтобы они потом внедрялись по всей территории Республики Молдова. Предлагаемые изменения касаются статьи 52 части 1 «Нарушение тайны голосования». В случае нарушения, выразившейся в публичной демонстрации различными способами своего волеизъявления в избирательном бюллетне до момента опускания в урну, влечет наложение штрафа для физических лиц от 10 до 20 условных единиц. Законопроект о внесении изменений в соответствующий законодательный акт был утвержден в рамках заседания Исполнительного комитета автономии и направлен на рассмотрение в Народное собрание Гагаузии, имеющее право законодательной инициативы в парламенте РМ.